Привет. Сегодня радуюсь, как ребенок. Продала кольцо за $8. Сейчас вам его покажу. Кольцо посеребряное. Ну, я покупала как посеребряное. Я надеюсь, что оно и есть посеребряное. Вот такое красивое кольцо. Сейчас я его выну отсюда и покажу ближе. Восьмой размер. Восьмой размер. Когда я это все продам, я больше покупать, конечно, не буду. Есть тут печать или нету? Но по серебряных иногда они тоже ставят печать. Здесь есть печать, да, 925. Вот оно такое красивое. На мой взгляд, красивое. Да, кто-то скажет там, ой, дешевка бижутерия. Ну, конечно, да, дешевка и, конечно, да, бижутерия. Я же не говорю, что это я продала сапфиры. Я их отродясь видела только под стеклом. Вот, красивое очень кольцо. Прям мне нравится зеленое такое. Зеленое, зеленое, как сказать, прозрачное, да, такое. Ой, очень симпатичное кольцо. Бижутерия, конечно, бижутерия, что говорить. Сейчас покажу. А, ну да, короче, $8 минус комиссия 10. Минус комиссия 10. Сейчас я его обратно упакую. Когда все продам, ну или большую часть, буду радоваться еще больше. И знаете, господи, не запихивается. А больше покупать не буду. Не буду больше покупать, потому что хватит. Хватит оно уже все. Когда-то продавалось, теперь нет. И вот такую я упаковываю его, да. То есть я режу этот вот пакет для мусора. Когда-то я покупала, когда лучше продавалось, иногда я покупала не всегда. Покупала, сколько стоили, не помню. А упаковочки, вот эти вот желтенькие пакетики, отрываешь, и там уже клей, просто надо это прижать, и все. То есть ничего уже делать не надо. А этот вот я режу, да, пакет для мусора режу. Ой, одна мне написала в самом начале, у нее было столько много плохих оценок от продавцов. Мусорный пакет мне пришел. А что ты хотела, да, как говорится? Почему нет? Это чисто, это упаковано. Я лично ничего там плохого не вижу. В общем, пожаловалась только одна ненормальная, за сколько я уже, 8 лет я вот их, это, или 7. Ну, где-то так вот я по чуть-чуть. Сначала я продавала по чуть-чуть, совсем-совсем, чуть-чуть, потом побольше, а потом вот совсем сейчас почти ничего. Вот так вот я проклеиваю здесь скотчем. Здесь скотчем. Сюда наклеиваю адрес свой домашний, а сюда адрес покупателя. И через день, через два человек получает это письмо, да, просто по почте. Марка стоит $1.5. Секундочку. Ой, пардон, мои дорогие, чихнула я. Ой, секундочку, извиняюсь. Ой, пардон. Ой, я же говорила, вам чуть-чуть подстыло, да? Но я уже принимаю меры. Но все равно, иногда вот хочется к вечеру уже это все с себя снять и подстываешь. Ладно. $1.5 стоит марка, да, $1.5. 15 крон. Ну и регистрировать письмо не надо. Нет, ну конечно можно при желании регистрировать, но... Фу-фу, теряется редко, я надеюсь, что все это дойдет и все будет хорошо. А вот. Ой. Можно заказать этот доставку, да, а можно и не заказывать и самому. Вот, а сама я сейчас ношу вот такое кольцо. Некоторые были недовольны этим кольцом. Вот женщина мне даже навернула это кольцо. Хотела вернуть, то есть потом что-то она передумала. Не знаю, что там с ней было. Вот это вот кольцо такое красивое. Много их было. Очень красивое. На мой взгляд. Такое, знаете, такое нежное. Ну вот, знаете, это так смешно, когда вот дамы в возрасте, руки вот такие вот большие уже, ой, ну, наверное, так, если даже руки большие, узловатые. И вот на этих вот больших узловатых руках такие вот маленькие кольчики. И мне кажется, это некрасиво. Мне кажется, чем старше женщина, тем у нее должно быть больше. Как-то это солиднее выглядит. Ну,
Мне кажется, что в возрасте 50 еще можно это колечко носить. Вот, мои дорогие, поделилась с вами. Продаете ли вы что-то по интернету, али не? Ну, вот, пока.